привет! Меня зовут Аня, и с вами снова «Великий и могучий» – проект о русском языке с региональным акцентом. Вы уже знаете, что в русском языке выделяются две основные группы частей речи – самостоятельные и служебные. Различие между ними заключается в том, что самостоятельные слова могут выступать в речи без служебных, а служебные слова без самостоятельных сформировать предложение не могут. Части речи в русском языке выделяют 10. К самостоятельным частям речи относятся существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол. Причастие и депричастие рассматриваются как формы глагола. Наречия. Служебных частей меньше, всего 3. Это предлог, союз и частица. Кроме того, в отдельную группу выделяются междометия. Мы уже разбирали особенности самостоятельных частей речи. Настало время детально изучить служебные слова. В первую очередь надо запомнить, что предлоги, союзы и частицы не изменяются и не являются членами предложения. Давайте начнем с предлогов. Без них трудно представить и словосочетание, и предложение. Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи существительного, местоимения и числительного с другими словами в словосочетании. Предлоги могут обозначать отношения между действием и объектом. Смотреть на небо. Объектом и объектом. Лодка с парусом. Признаком и объектом. Готовый на самопожертвование. Предлоги не изменяются, не являются самостоятельными членами предложения. К предлогам нельзя задать вопрос. С другими частями речи предлоги пишутся раздельно. Предлоги могут употребляться с одним падежом. Например, несмотря на с винительным падежом, от и у с родительным падежом, а также с несколькими падежами. Посмотрите на экран. Таблица поможет вам правильно использовать предлоги и не путаться в падежах. Предлоги стоят либо перед существительным, например, в платье, либо перед определением, которое относится к этому существительному, если определение находится перед существительным, например, в красивом платье. Некоторые предлоги могут употребляться после существительного. Сравните «ради чего» и «чего ради». Как и любая часть речи, предлоги имеют свои особенности. Например, предлоги можно характеризовать по такому признаку, как образование. По образованию предлоги бывают непроизводные, их еще называют первообразными, и производные, непервообразные. К непроизводным мы относим простые предлоги, например, «в», «для», «на», «об», «через». Производные предлоги образованы от других частей речи. Это сразу понятно по их сложной форме. «Напротив», «за», «счет», «благодаря». Обратите внимание на экран. Мы сделали таблицу, которая поможет вам различать непроизводные и производные предлоги. Надо помнить, что производные предлоги, переходя из самостоятельных частей речи в служебные, утрачивают морфологические признаки и изначальный смысл, сохраняя исходную форму. Поэтому их надо отличать от наречий, существительных и депричастий, от которых они были образованы. Это действительно непросто, путаются даже те, для кого русский язык родной. Также предлоги можно охарактеризовать по строению. По этому признаку предлоги бывают простые и составные. Простые состоят из одной части и пишутся без пробела. Составные пишутся с пробелом. Примеры предлогов по строению представлены на экране в таблице. Также предлоги можно разделить на группы в зависимости от их значения. Исследователи выделяют 8 основных значений, которые могут выражать предлоги. Это объектное, пространственное, временное, причинное, целевое, сравнительное, определительное и значение образа действия. На экране таблица с примерами предлогов в зависимости от их значения. Теперь мы многое знаем о предлогах и можем ответить, для чего они нужны в русском языке. Предлоги необходимы для связи слов в словосочетаниях и выражениях, так как выражают зависимость одних слов от других. Давайте попробуем найти предлоги в небольшом тексте о Кировской области. Кировская область славится в России не только дымковской игрушкой и вятским квасом. Кировская область – единственный регион в России, у которого сразу 9 соседей. Это значит, что наша область граничит сразу с 9 другими регионами.
Хотите знать, с какими? На юге Кировская область граничит с Татарстаном, Республикой Мари-Эл, на западе с Вологодской и Нижегородской областями, на севере с Архангельской областью, Республикой Коми, на востоке с Пермским краем, на юго-востоке с Удмуртией. Итак, назовем словосочетание с предлогами. Славится в России, у которого граничит с девятью, с какими? На юге, на западе, на севере, на востоке. Граничит с Татарстаном, с Архангельской областью и тому подобное. Так мы видим, что все предлоги здесь непроизводные, простые по строению. А какие значения выражают эти предлоги? Предлог «в» выражает пространственное значение. Пространственное значение имеет и предлог «на», который встречается в словосочетаниях о сторонах света. Предлог «у» выражает объектное значение, так же, как и предлог «с». Кажется, что предлоги – маленькие и незаметные слова, но не надо их недооценивать. Трудно представить предложение, особенно сложное, без предлогов. А теперь домашнее задание. Найдите предлоги в стихотворении вязкой писательницы Елены Наумовой. Оно доступно по ссылке в описании под этим видео. Какая странная зима. Сначала нежный свет, и серебро, и терема, и след почти что вслед. А после ночь темным темна, заблудится любой. Какая странная зима досталась нам с тобой. Но снег растает без следа, идя по февралю. Ты не узнаешь никогда, как я тебя люблю. Публикуйте свои работы в интернете в любом формате. Текст, видео, аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч! Любите и изучайте русский язык.